Сегодня 7 сентября 2018 года мы проводим очередной 19-й областной конкурс пахарей и механизаторов. И одновременно с этим у нас сегодня проходит День поля. День поля мы не проводили с 2012 года. Последний раз он проходил у нас на территории майского поселения. И вот сегодня более 100 единиц техники, основные наши поставщики для наших аграриев, для знакомства с новыми современными разработками сюда привезли. И, разумеется, параллельно с этим основное мероприятие – День пахаря-механизатора. Это очень нужное предприятие. Мало того, что оно традиционное, оно продолжает воспитывать в первую очередь молодых трактористов. Профессия механизатора как никогда востребована сегодня. Она традиционно востребована еще в те времена, когда сельское хозяйство и работа с землей не были механизированы. Когда еще были примитивные сначала саха, потом плуг. Теперь и экономика, и техника шагнули далеко вперед. Но остается самым важным, самым основным одно. Это бережное хозяйственное отношение к земле. Потому что земля – это наша кормилица. И сегодня мы говорим о том, что вологодское сельское хозяйство наконец-таки стабилизировалось и находится пока еще, ну, может быть, не на очень большом, но тем не менее видимом подъеме. Параллельно с тем, что мы проводим этот конкурс, где могут молодые механизаторы учиться опыту и знаниям старшего поколения, мы еще говорим о том, что это несет очень большую, ну, я бы сказал, популяризационную нагрузку, что труд в целом в аграрном секторе и тем более механизатором, он очень востребован. У нас имеется некий кадровый дефицит, но мы говорим о том, что сегодня в сельском хозяйстве можно зарабатывать вполне приличные деньги. Поэтому вот всем этим мероприятиям посвящено сегодняшнее наше событие. Сегодня мы подготовили три этапа конкурса для механизаторов. Первый этап – это теория в виде тестирования. Все участники должны ответить на вопросы по темам. Это регулировка, эксплуатация, ремонт сельскохозяйственной техники. Это агротехника, это правила охраны труда. Сегодня с утра они этот этап уже прошли до 8 часов. Сейчас они переходят ко второму этапу, это практическое занятие. Качество вспашки. Используются трактора ТЗ-82. Для молодых специалистов это полунавесные трехкорпусные плуга. Для механизаторов старше 18 лет это оборотная плуга. Третий этап у нас новый, это фигурное вождение. Участники старше 18 лет выезжают из условного гаража, проезжают дистанцию длиной 100 метров с препятствиями, подцепляют груз и должны возвратиться на место старта. На все это мероприятие им отводится не более 7 минут.